Любые промокоды на Genba действуют один раз на один аккаунт. Дальше они становятся недействительными. Всем привет, ребят! Вы на канале TKSpite, и я TK. И сегодня у нас новый формат открытия. Мы будем одновременно открывать три аккаунта. Это будет не батл, потому что, ну, неровное количество осколков, когда у меня будет два желающих, которые будут открывать по 100 там с гаком осколков каких-нибудь сакральных, я буду устраивать батлы. Причем какие-то там, может быть, нестандартные батлы, то есть с какими-нибудь очками и прочим-прочим. Но сейчас мы просто откроем мой аккаунт, аккаунт донатера-подписчика и аккаунт, который не донатит подписчик, то есть free-to-play. По сути дела, мой аккаунт это можно назвать free-to-playным, просто очень многоиграющим. Соответственно, вот аккаунт Армана, который вы видите внизу слева, у вас это просто free-to-play, просто уровень 85 у меня 100. И, соответственно, справа вы видите аккаунт, где вот 17 душ сейчас. Это в основном купленные осколки, либо там добытые потом и кровью там в компании и прочее-прочее. Вначале мы с вами разогреемся, но на самом деле перед самым началом хотел бы вас спросить. У нас новости выходят в Raid Shadow Legends Arena. Arena Online — самая важная новость для меня, которая вышла. Скажите, пожалуйста, вернее, напишите в комментариях, что вы думаете по этой арене, как ее плары сделали. Ну, сделают, вроде как в апреле. Как это будет все выглядеть? Говорят, с какой-то игры все берется. То есть там в начале арена тоже была не очень. И в итоге все это привело к тому, что есть, соответственно, полминуты на ход, можно выбивать определенных героев, ну, то есть лочить, да, напротив, с кем играешь, то есть ты можешь заблокировать определенных героев, и, соответственно, так вот играется, по 30 секунд на ход, можно, опять же, скипнуть, если ты видишь, что ты его не можешь победить. Ну, распишите, я очень хочу услышать, как для вас идеально будет арена онлайн, будет ли вы в нее вообще играть. Я ее очень долго ждал, года так вот, два. Соответственно, вот она. Главное, чтобы не накосячили. Я надеюсь, что это не будет жетоны. Отбей там в ежедневных 5 раз и все. И дальше за деньги покупай. Надо делать в любом случае в виде турниров. Давать какие-то кастомные комнаты, чтобы стримеры могли участвовать, ну, делать себе чемпионаты по арене онлайн. Это вот мои такие, ну, в общем, мои такие мысли, которые явно в правильном русле. Вот, давайте откроем 10 душ здесь и 20 у меня. Одновременно их будем открывать. Примерно это будет у вас на экране вот так вот смотреться. Ага. Погнали вот так и откроем. Ну, почти одновременно, да? Ланакис у меня на аккаунте нет. Напоминаю, слева вверху это мой. Далее, соответственно, вверху справа это аккаунт донатера, внизу слева не донатера. Так, ну, холодное сердце 2 звезды, это хорошо. У меня холодное сердце на... одну звезду. Либурга недавно выбил 5 звезд. Неплохо. Вроде там герой неплохой, но не для моего аккаунта, но в принципе. Ну и здесь Айлил. Айлила нет на аккаунте, но Лего есть. Ланакис тоже на аккаунте нет. Есть Ачак, кстати, 4 звезды. По-моему, он у меня не пробужден. Вот так вот мы открыли душ. Давайте еще десяточку у меня на аккаунте мы откроем. Давайте вот так мы это все сделаем. Ну, в общем, ничего. Уга 2 звезды, да, неплохо. По-моему, она даже не пробужденная была. Ну, в общем, размялись. Вы поняли, в каком формате будет проходить открытие. То есть это такой батл. Я предлагаю начать батл с, соответственно, синеньких. Откроем мы очень просто. Я чуть-чуть неопытный, поэтому могу где-то что-то нажимать неправильно, ребятки. Вы... извините, первое видео в таком формате. Итак, я предлагаю начать с синих. Здесь у нас будет 10 синих, я не буду 9 открывать. Здесь у себя я тоже 10 открою. И здесь человек попросил 73 открыть. Открою 70, чтобы мы дальше открыли уже сакральчики. С вами откроем одновременно. Я это очень сильно постараюсь сделать. Итак, еще раз. 10 у меня, 10 у аккаунта, который донатит. И у Армана, соответственно... тоже 10 одновременно. Посмотрим, кто лучше будет открываться. И опять же вопрос, там разные чаты, работает, не работает, что ротосы там одновременно приходят. Непонятна эта тема. И вообще, в принципе, кстати, ребят, в комментариях напишите, вот прикольно вот так, чтобы я открывал аккаунты сразу пачками. Их можно на самом деле и 4 открывать. Я могу здесь уместить себя, чуть уменьшить, и вообще их 4 открыть. Я думаю, что это как бы ускоряет, потому что очень долгие, да, там по 1000 осколков открывать, это очень долго, а так будет быстрое видео, скажем так. Так, погнали. У меня 10, тут 10 и тут 10. И смотрим, как у кого что открылось. Почти одновременно, да? И у нас
Нигде нет леги, судя по свечениям. Вижу, что есть два эпика у меня в десятке. Вижу, что один эпик сис, кстати, который вроде за вход дают. Разве нет? Соответственно, во втором аккаунте, на третьем десяточка синих. Напоминаю, что здесь мы дальше не открываем синие, а здесь мы их открываем фулл. И ищем Ротоса, потому что на аккаунте вот здесь вот у Армана есть 2 сифи и 0 Ротосов. Он вообще ждал Ротосов. Вот. И, соответственно, говорит, что третья сифи ему точно не нужна. Поэтому ждет Ротоса. Я на самом деле Завию жду, потому что у меня 2 Беланора. Так, Масамото, в принципе, ну, что могу сказать. На воин фракции можно поиспользовать, но, опять же, не для этого, скорее уже аккаунта. 85-й левел тут уже. Все близится к завершению. Тут можно обратить внимание на Тритона. Вроде бы как на Альнаме неплох. Но не более. Опять без X2 я ни на что не рассчитываю, честно скажу. Скорее всего, ничего не повыпадает. Тут одна синева выпадает. Я бы всех скормил. Палач. Не надо на 60. Это ошибка. Слишком много было хайпа вокруг палача, потом его нерфанули. Лекарь. Лекарь хорош в подземках, конечно же, качать. Дур — это воины фракций. Ну, здесь уже воины фракции либо закрыты, либо близко к закрытию. Я думаю, что самый интересный и вкусный мы оставим на сакральчике. Я буду открывать 7. Соответственно, на втором аккаунте мы откроем 4. И здесь мы откроем 2. Ну, синие пока идут. Здесь я тоже бы, опять же, всех бы скормил бы. Смотритель рун на воин фракции вплоть там уровня так до 15 можно использовать. Опять же, до 50-го качать. Старший забойщик, по-моему, под Бамала хорошо идет. Слушайте, очень много синевы открыли, ужасно открылись. Никаким ротосом тут даже не пахло. Очень мало эпиков. И, опять же, я призываю всех открываться правильно. Копить на гаранты, копить под X2 и только тогда открываться. Если у вас аккаунт не новый, когда вам просто у вас нет ни корма, нет кого качать, соответственно, да, пытаемся словить с аккаунт, с осколка своих первых героев. Хотя можно правильно начать. На сайте raid.guru есть правильная ссылка для Plarium Play. То есть вы можете начать с двумя или даже там тремя эпиками. Очень топовыми, типа Драхи, Тайрела и Священника Армстронга или Мордекая. Это очень крутые герои. Вам минимум там на месяц хватит их как раз качать там кормом. Ну, кто так не сильно часто играет. Так, ну что, а теперь сакральчики. Надеюсь, опять же, 7 первым здесь. Ну, в общем, все понятно. Открываем везде сакральчики. Одновременное открытие 3 сакралов. И у нас везде эпики, конечно же. И все эпики корм несусветный. Псалмист еще можно использовать. Фэнши там вроде на лаву на начальном аккаунте. Но, в принципе, это отстойные герои. Пойдем дальше. 3 одновременно сакрала взрываем, и опять везде эпики, конечно. Да, конечно, 2 одинаковых героя. Эндо Лучезарный, ну, опять же, мне его не было, это новая фракция. Бурангири тоже хорош герой, к сожалению, Арман у нас выбывает дальше из открытия осколков, потому что у него просто они банально закончились. Ну, а мы дальше открываем вот эти 2 аккаунта сверху. Пока ничего хорошего, ну, я бы даже сказал, неудачно. Трумбор. Василиска, это в принципе годные эпики, да, в плане, что они годятся куда-то, где-то их можно использовать, но, как видите, ни одной леги нет, грешник корм, капитан Тимила корм, и здесь у нас было 10, 7, 3 надо оставить, соответственно, еще 3 открываем. Не расстроюсь, даже если не будет леги, ребят, я готов был, Сахатый пришел недавно, это уже второй Сахатый, попробую усилить им фракцию, но, конечно же, качать не буду. Подвойнов, о, и все-таки мы... Ну, вообще, кстати, раньше я бы ему бы не обрадовался вообще. До ввода Двуликова это был такой мусорное лего, условно мусорное, да, потому что под краб еще можно было юзать. Это второй Шемфорд на аккаунте, я в любом случае усилю банеретов, это уже хорошо. То есть до ввода использования дублей и до ввода Двуликова он был так себе. Сейчас этот герой как минимум у меня пойдет в 3 назначения, если бы он был первый, то... Вообще было бы шикарно. Нам надо еще одну лего открыть. Ну, в смысле, сколчик. Ну, слушайте, уже хорошо. Нам выпало лего. Это Шемфорд и это усиление. То есть мы не впустую открылись, если все 3 аккаунта взять. Да и Тхук тоже годный. То есть на моем аккаунте пришли годные эпики с сакральных осколков. Но все же вы увидели, что... Ну, ребята не делают явно слияние, насколько я понимаю. Хотя, скорее всего, Арман, открывая 73, делает слияние. А вот кто донатит, тот слияние не делает. Ну, скорее всего, просто ресурсов нет. И аккаунт не того уровня. Ну, а я как раз пойду, посмотрю, не обманывает ли меня память. И могу ли я усилить банеретов. Да, я могу. И причем это уже второе усиление. Это плюс 10 атаки.
для легендарных героев фракции Баннирета это уже неплохо. То есть, в общем, мы открыли с вами неплохо. Но опять же, жду от вас комментариев. Есть полезные ссылочки в описании. Там есть телега, группа ВК, Дискорд. Подписывайтесь. Там публикуются промокоды на Генба. В этом видео будут промокоды на Генба. Попробуйте их найти, где-то в видео будут встроены, скорее всего. Ну а с вами был Тики на канале Тики из Пати. Не забывайте про ссылочки в описании, помощь с донатом и прочее. Всем пока-пока. Ребят, стример набрался опыта и готов предложить свои услуги. Первое — это любые услуги по Raid Shadow Legends. Это там прохождение подземелий, КБ, советы, просто обзор аккаунта. Цены будут очень доступны, они будут на raid.guru в моем сайте. Для новичков, кстати, очень советую. И вторая услуга — это покупка доната с помощью карты из другой страны. Я себе ее завел, могу помочь за очень небольшой процент. Это просто как помощь для игроков СРФ, кто не может купить себе донат. Спасибо за внимание.